Мы на месте. Мы прессуем Елену, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе наперед сеанс. Она готова. И я даю команду на счет 3, сканер сканирует пространство над головой Елены, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Все 7 тонких тел Елены находит все. Ты знаешь, я когда ее шла, и в комнате диагностики, она как-то танцевала, так плавно двигалась, приседая. И у нее первый вышел инкуб, у него в руках шест, пилон. Инкуб, шест, какой шест? Пилон танцует на котором. А, инкуб с шестом? Угу. Я еще не видел инкуба с шестом. Хорошо. Дракон синий. Ее рептилоид. И? Два грея. И у нее демон. 12. 12-герцовый демон. Хорошо. Больше никого? Нет. Итак, у нас 12-герцовый демон, рептилоид, два грея, синий дракон и инкуб с шестом. Да. Хорошо, инкуб. Мне интересно, как ты сегодня этим шестом будешь здесь танцевать в этой клетке? А наблюдатель, ему нравится смотреть. Ты наблюдатель? Сколько ты находился наблюдатель в этом биополе? Скоро 5 лет. Я никогда не поверю, что ты за 5 лет не брал у нее энергии, только наблюдал. Конечно, брал, наблюдая. Синий дракон, считай цифры над головой. 42-18. 42-18. Дракон этого уровня просто так не приходит в это биополе. Итак, дракон, сколько ты находился в этом биополе и почему зашел? Они знакомы с прошлой жизни, он 13 лет. С прошлой жизни знакомы, у тебя есть контракт с ней? Да, есть. Хорошо, будем разбираться, контракт. Рептилоид, 2 грея. Считай цифру рептилоида над головой. Подожди, этот дракон, он еще дает информацию, что... Этот контракт, он как спит, что ли, в этой жизни. Он за ней тоже наблюдает. Здесь одни наблюдатели. Дракон, если ты понимаешь туда, куда ты попал, все контракты расторгаются. Сегодня будет и твой контракт расторгнут. Она захочет. По волеизъявлению Елены. А почему ты думаешь, что она не сможет захотеть этого? Это обоюдовыгодный контракт. И чем он выгоден для нее? Что, начнет летать, как ты? В какой-то мере, может быть, я открываю третий глаз и провожу ее в правильные меры. Ой, правильные, показывая другие цивилизации. Давай все-таки правильные миры мы возьмем в кавычки. Потому что правильные миры в твоем понимании, в понимании дракона, это совсем другие миры, о которых я говорю. Для меня правильный мир – это арго, абсолют, эти энергии. Что для тебя правильным миром является? Реальности параллельные, а также другие. Иллюзия. Места, хорошо. Где вы не бываете в физическом теле. Хорошо. Пока не бываем, пока мы живем в этом биороботе на Земле. Но это время очень короткое, и когда мы закончим, мы можем бывать везде. В зависимости от уровня нашего развития. Итак, ты находился 13 лет, у тебя есть контракт. Перехожу к рептилоиду и Грэм. Посмотри у рептилоида цифры, пожалуйста, над головой, Вера. 84. Ты лаборант? Да, лаборант. Хорошо. Грей органические, неорганические? Маячки? Оба органические. Сколько находились в биополе у вашей дружной команды? 5 месяцев. Что установили? Производится установка, до конца не закончена. Цель подключки? Для начала отток энергии. В дальнейшем копия. Копия. Понятно. Сколько у вас копий находится в вашем распоряжении? К скольки душам вы уже подключились? Ее нисколько. Я говорю не за нее, а вообще. Повтори вопрос. К скольки душам вы уже подключены без этого человека? Почему я спрашиваю? 8. Хорошо, возможно, вам будет что предложить в другой инстанции, когда придет этот момент. Сколько вам надо времени для того, чтобы ее полностью подключить? Это не от нас зависит, это зависит от нее. Подключка идет незаметно, в соответствии с ее эмоциональным состоянием, а также состоянием биоробота, его здоровьем, как вы говорите. Да, мы так говорим. Хорошо, идем дальше. 12-герцовый демон. Сколько ты здесь находишься и почему?
А я недолго. Я проездом. Да ты что? Мы тебя на вокзале как-то так словили случайно, посадили в автобус или как? Прихожу, ухожу я. Реакции у нее необычные. Подключаюсь. Опиши эти реакции. Подпитаться. Какие это реакции на твоей чистоте? Объясни мне. Противоречивые. Что это такое противоречивое? Это ложь с правдой или что это противоречивое? Что это может быть в твоем понимании? Давай я просто скажу. Назову это эгоизмом. Мне это понятно. Начинаем с реверса энергии. В процессе реверса я еще буду задавать вопросы, вы на них будете отвечать. Я даю команду тонкой копии Елены спроецировать все энергетические и сферические каналы. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Сколько ты находился в биополе, демон, я так и не услышал. Кроме недолго. Сейчас расскажу. Давай. Мысли у нее, нравятся мне они. От самых низких грязных, связанных с инкубом, до каких-то очень высоких. Вот когда мыслит низко, я тут как тут. А высокие напрягают, выбегаю. Понятно, значит, находился я 8 месяцев. 8 месяцев. Это действительно противоречиво. Хорошо. Я просто хочу на этом месте заметить, все наши мысли и желания, и пожелания отлично видны на астральном плане. Также они их чувствуют, у них есть свой запах. И демон с инкубом вполне вправе прийти на свои энергии, если это вибрирует на их чистоте. Я это объясняю для Елены. Ждем окончания реверса. Демон, скажи мне, есть ли лярва в ее биополе? Низ живота. Ты хочешь их получить? Хочу. Хорошо. Сначала я дам команду тебе все убрать, и потом я дам тебе отдельную команду. На эти лярвы сможешь их забрать. Кроме того, мы сегодня чистим квартиру. Кто из присутствующих присутствует в квартире Елены? Все, кроме инкуба. Все, кроме инкуба. Хорошо. Демон, ты один в квартире или там есть черт еще? Есть черт. Он мучил кошек? Или ты не знаешь? Не знаю. Просто я буду собирать весь негатив в этой квартире. Если ты хочешь его забрать, я тебе его отдам. Но я не буду делиться с чертом, если я узнаю, что он мучил кошек. Тебя устраивает такой вариант? Это мой негатив. Это твой негатив? Хорошо. Да, мне отдашь. Хорошо. Отдам тебе черта, отпущу на его чистоту. Ждем окончания реверса. Закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Елена забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что не похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает Елена себе обратно на хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Хорошо. 13 лет находился синий дракон. Синий дракон, твое присутствие как-то связано с тем, что человек не может забеременеть и получить ребенка. Ты воздействовал как-то на нее? Нет, это не моя тема. Хорошо. Над ответственным клеткой ответственного. Тематика. Над клеткой ответственного загорается маячок. Кто ответственный за это? Инкуб. Инкуб. У него замок висит. Да ты что, инкуб? Ты замок поставил так, чтобы человек не имел детей? Тебе не кажется, что ты немножко перешел границы, инкуб? Мне здесь приятно находиться. Где? У нас в комнате? В ее биополе. А у нас тебе неприятно? Некомфортно. Бывает. Реверс закончился. Начинаем с вытаскивания, что оставили. Вот с инкуба и начнем. Выходи, инкуб, отключайся полностью, вытаскивай все, что ты оставил, снимай замок. Где он замок поставил? У него как цепи, бедра, да. Талия, замок на живот. Понятно, хорошо. Снимай, отключайся полностью. Готов. Синий дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью. Приступай. Все снял. Рептилоид и два грея. Грея, выходите, вытаскивайте свою конструкцию, отключайтесь полностью, возвращайтесь назад, докладывайте о готовности к проверке. Проверка будет проведена сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он очень быстро сгорит в этой клетке. Приступайте. У них в области спины, лопатки, плечи, руки, там они начинали тонкие остановки. Сняли. Хорошо. Демон, твоя очередь. Выходи, отключайся полностью. Приступай. У него в ногах диск. Он ее раскручивает. И как это раскручивание отражается на ее физическом плане? Низкие вибрации. На низкие вибрации. Понятно. Неадекватность. Yeah. Хорошо. Разрешайте забрать все лярвы, которые находятся в ее биополе. Это низ живота был еще где?
Он говорит, что у нее упрямство есть. Только ни живота больше нет. Понял? Хорошо, возвращайся назад. Даю команду, все убрали. Даю команду на рассинхронизацию Елены с инкубом, синим драконом, рептилоидом, двумя греями и демоном. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Каналы мы сейчас не отрубим, так что, так как есть действующий контракт, переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Елена должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки, выразить это намерение. Она готова это сделать? Готова. Хорошо. Я говорю вслух и о том, какой копия повторяет за мной. Я. С учением контракта и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. У меня есть фантом, и есть с драконом контракт. С драконом активный, да? Он активный, но он закрытый. Закрытый, в нем голубая энергия. Хорошо, дракон, ты хочешь что-то добавить по поводу этого контракта, рассказать, о чем он? Значит, в одной жизни она тонула. Корабль разбился. Крушение. Да. Деревянный. И он ее спас. Он ее, спас? Он увидел, превратился в животное какое-то. И привел другой корабль, они пытались убить его. Плыли за ним, и он привел к ней. Кто пытался ее убить, я не понял сейчас. Не ее. Дракон превратился в морское животное. Да. Хит, я не знаю, он выпрыгивает. Дельфин. И, не знаю, его пытались убить гарпунами с корабля. Понял, да. Он привел этот корабль к ней. И таким образом она спаслась. И произошло заключение контракта на условиях дракона. Соответственно, правильно я понимаю? Он пришел к ней потом, как во сне, что ли. В измененном состоянии. Кем предстал? В виде человек святой, светлый. Она когда тонула, молилась. И он пришел, когда сказал, что это он ее спас. Она благодарила. На этом они заключили контракт, что он будет рядом с ней помогать. Сколько лет назад это было по нашей ленте времени? 1759 год. Хорошо, дракон. Ты же понимаешь, что есть свобода воли души и свобода выбора души на свои энергии и право ими распоряжаться. Поэтому этот контракт сегодня будет аннулирован. Итак, пусть Елена повторяет за мной. Внутренней властью моего суверенного я объявляю собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова есть. Она есть. Там не только Елена, энергии дракона тоже. Он применил определенные силы, чтобы превратиться, материализоваться на земле, скажем так. В образе этого животного. А что, это очень энергозатратное дело для дракона? Материализация в нашем мире? Для дракона затратное. Понятно. Оно несет определенные магические действия. Так ты еще и магию использовал драконов? Владеешь магией? Естественно. Все владеют. Все драконы. Это часть образования. Мы встречались с многими драконами. И белыми, и красными, и синими. Поэтому я в курсе. И даже с магами мы встречались. У них были такие накидки на них, драконы. Хорошо. Итак, все энергии вернулись, открывая воронку в галактическое ядро. Все аннулированные контракты и договора вместе с фантомами этих договоров уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Возвращаемся к нашим каналам. Подхожу к Елене, помогая моей энергии отстегнуть ей все каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Синий дракон, рептилоид 2 грея и... Нет, рептилоид 2 грея, тут еще вопрос. Давай начнем сначала с инкуба. Инкуб. Ты больше никогда в это биополе не придешь, если ты не желаешь нашей с тобой встречи. Я это биополе буду проверять. Если я тебя обнаружу, поверь, шестом только не отделается. А если и будет скучно? Тогда подумай о том, что я тебе сказал, хочешь ли ты меня увидеть. Потому что я не буду разбираться, скучно кому-то или нет. Если я тебя обнаружу в ее биополе второй раз, будут проблемы. Ты меня услышал? Слышал. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба 1, 2, 3. Инкуб с этим шестом уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Демон, я тебя отправляю сейчас в квартиру. Дальше, как договорились. Открывается портал в квартиру. 1, 2, 3. Квартира Елена. И демон уходит в этот портал, собирает все, дожидается нас. Закрывая, печатая, растворяя.
Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, рептилоид 2 Грея были подключены 5 месяцев, строили конструкцию, подключены также к 8 другим душам. Забираем на проверку. Благодарю тебя. Готово. Открывается портал в квартиру Елены. 1, 2, 3. Синий дракон уходит в этот портал, собирает все, что он оставил в этой квартире, отключается. Я прихожу, проверяю и отправляю его на его чистоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, клетка пустая у нас? Да. Ну и поехали дальше. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Елена, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Великолепно чувствую. Отлично. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики.